Итак, вот эта квартирка за 4500 стоимость. Так вот выглядит санузел раздельный. Ванная здесь хорошая. Смотрите, какой кафель. Вот и зеркальце. Бойлер. Вот такой вот. Еще стиральная машинка стоит. А вот сразу вот кухня. Хорошая, просторная. Смотрите. Я думаю, что здесь около 9 квадратов. Холодильник. Вот помытый, размороженный. Плита уже новая. Индезит, кстати. И стиральная машина. Индезит. Электрочайник. Вот такие тумбочки. Ой, какая люстрочка. Тут красиво. Часы, ручная работа. Это оставили. Жильцы. Так, выходим, идем. Коридор такой вот. Значит, смотрите. В коридоре вот такой вот шкаф. Он для того, чтобы вешать. Еще вешалка. А вот. И вот такая вот комната. Ковер, если надо. Еще один небольшой шкафчик с полками. Это вот такой диван, как бы детский, да? То есть он раскладывается. Один человек поместится. Дальше столик. Телевизор небольшой, но показывает цветной. И еще один вот такой диван тофта, который раскладывается. Здесь вот такая вот люстра. А вот. И сейчас мы выйдем на балкон. Самый цинус здесь. Это вид с балкона. Смотрите, какие картины. Это все ручная работа. А вот. Цветочки есть. А, итак, интернет. Кабель интернета. А вот есть. Тут номер телефончика. И подключить все. Телевизор показывал. Выход на балкон. Сейчас. Так, и смотрите, какой вид с балкона. И это что вам? Это Катюбинская. Видите, какая красота. Балкончик такой аккуратненький. Есть где повесить одежку. Не за балконом, заметьте. Ой, смотрите, как красиво. Лес, лес. А вот. Там вот дальше, вот там вот школа. Это футбольное поле. Но школа сейчас, к сожалению, турнички есть. А вот. Так, сейчас там виднеется синяя крыша. Это вот там вот остановка. До остановки, ну, пройти там. Вот гаражи проходим. Тут вот несколько гаражей хозяйских стоит от этого дома. И все, и остановка. Так что, ребят, приходите. Квартирка скромная, но чистая, аккуратная, бюджетная. Все, до новых встреч, всех жду.